Владимир, вот джаз и орган, это, получается, вещи совместимые, да? Все правильно? Джаз и орган — это вещи совместимые, по-моему, по двум параметрам. Во-первых, джаз — это музыка, которая предполагает импровизацию, то есть спонтанную композицию, сочинение музыки вот в данный момент, исходя из своих знаний, своего опыта, своих вкусов, своего эмоционального состояния на данный момент. А надо сказать, что великие композиторы-органисты, начиная с Баха и даже раньше, и заканчивая там, Левией Мессианом, например, это были люди, которые в рамках своей музыкальной традиции, которая была на тот момент, прекрасно умели импровизировать. И, собственно говоря, то, что записано нотами, то, что мы знаем, это далеко не все, что они сочиняли в процессе импровизации. И поэтому я тут противоречия не вижу. И тут импровизация, и там импровизация. Плюс к этому орган, который ассоциируется с духовной, с религиозной музыкой, духовная и религиозная музыка афроамериканцев, например, из которой джаз в том числе вышел, она до сих пор сопровождается игрой на органе в церквях. Это все не мертвое такое искусство, не отжившее, это все до сих пор живет и бурлит, и поэтому джаз и орган — это вещи совместимые абсолютно. То есть, получается, это тоже клавишный инструмент? Духовный клавишный инструмент, все правильно, да? Духовой клавишный, да, правильно. А скажите, а вы где-то имели возможность уже играть на органе? То есть не так же много органов, в общем-то, в России? Понимаете, в чем дело? Я играю достаточно стабильно последние годы на хаммонд-органе. Это немножко другой инструмент. Он в чем-то, сложно сказать, легче, сложнее. Пожалуй, так, если судить по гамбургскому счету, он легче, но у него своя специфика. И я играю последние несколько лет в составе джазового органного трио с барабанами, с гитарой. А на духовом органе у меня сегодня дебют, я этого не скрываю. Да, вот это прекрасный опыт, прекрасная возможность, которая была предложена мне организаторами фестиваля. И я решил, что грех отказываться, потому что зал и инструмент чудесные. Этим залом, этим инструментом Пенза вправе гордиться совершенно заслуженно. Это очень интересный опыт. Джаз на органе — такой необычный жанр. Как вы ставили как раз такую музыку? Да. Да не такой необычный. Если вы посмотрите историю джаза, органные джазовые трио, появившиеся в 50-х годах, связано это явление, прежде всего, с именем Джимми Смита. Это распространенная история, то есть это хаммонд, орган, гитара и барабаны. Именно на духовом органе джаз не так распространен, но, собственно говоря, музыка, она и есть музыка, независимо от того, на каком инструменте играть. Главное, чтобы было что сказать, и, естественно, какое-то владение инструментом, безусловно, нужно. Я не вижу в этом большого противоречия. Какие композиции прозвучат? Вот когда они прозвучат, тогда я смогу вам это сказать. Потому что есть ряд идей, есть ряд наработок, набросков, которые в течение концерта будут каким-то образом происходить. То есть вы будете рассказывать о них? Музыкой? Я постараюсь рассказывать музыкой. Сейчас отыграете на джаз май здесь, в Пензе. Какие дальше уже есть, может быть? Ближайшие планы сегодня после органного концерта готовятся к завтрашнему концерту здесь же на джаз май, когда я буду играть в составе моего друга, пианиста Алексея Бекера, в его квинтете я буду играть на флейте. Это будет очень интересная программа, посвященная джазовому переосмыслению музыки Александра Николаевича Скрябина. Угу. А потом куда? Из Пензы? Из Пензы обратно в Москву. Ну, там тоже есть некоторые творческие планы. Скажите, сколькими инструментами вы владеете? Флейта, орган, видите? Фортепиано. Еще? Да. Все? Вполне достаточно. Какой из них у вас любимый? Сложно сказать. Нету любимого. Они все одинаково дороги. Есть инструмент, на котором хотелось бы научиться? Ну, пожалуй, барабаны. Но объективно пока для этого нет времени. Потому что это совершенно чуждый инструмент, его надо освоить с нуля.
Mm-hmm.